Непрерывное образование, на мой взгляд, это важнейшая задача сегодняшнего дня. Если производительность труда зависит от образования, и у нас стоит задача повышать эту производительность труда, достигать лучших экономических результатов, то через образование мы можем это делать, повышая качество образования. И поэтому нам нельзя остановиться в какой-то момент и сказать, что все, мы достигли определенного уровня, больше мы ничего не делаем. Если мы хотим продолжать за счет образования повышать производительность, нам нужно учиться всегда. А формы этого обучения, как я уже сказал, могут быть разные. Вы знаете, мы, к счастью, сейчас живем в период, когда мы не оправдываем свои недостатки нашей особостью. В конечном итоге мы живем в общемировой цивилизации. И если весь мир считает, что такая форма образования соответствует потребностям развития социума, и самое главное, мы в России считаем так же, то почему мы должны отрицать или противопоставлять себя в этом направлении кому-то?